Данил, разрешите вас отвлечь. Да. С победой, как матч? Все хорошо, выиграли. Всех с победой. Ты заработал пенальти, и так получилось, что на игроке «Спартака» свалил игрок ЦСКА. Есть в этом символизм? Это же дерби, наверное, есть. Но играли две сборные, наверное, на это не стоит обращать сильно внимания. Просто хорошо сыграли в этом эпизоде, и получилось заработать пенальти. И слава богу, что забили. Если говорить про пенальти, какой там степени был контакт? Потому что очень много споров, кто-то даже пишет, что школа Александра Соболева. Да нет, там чистый пенальти, потому что он мне явно помешал ударить нормально, с нормальной позиции, потому что я хорошо принял мяч. И там, я считаю, что 100% пенальти. Вы до игры общались с Бабичем, после игры? О чем разговаривали, как он поздравил с победой, что отметил? Мы разговаривали о том, о чем нельзя говорить на камеру. Да нет, поговорили, пообщались немножко, поблагодарили друг друга и сказали, что до встречи, увидимся в клубе уже. Как тебе атмосфера? Прекрасная атмосфера, полный стадион, что еще нужно для хорошего футбола, хорошее поле, хорошая погода, много зрителей, класс. Как тебе песня? Все в кайф, жизнь в кайф. С победой! Спасибо. Thank you.